Евгений, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кока, Кофеварка, Алга, как всегда, очень много подписчиков и классное настроение, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем на очень классной карте Big City в очень крутую игру Гаррис Мод, и у нас сегодня стихийные бедствия, выживание. Можно будет выживать на машинах, брать любого монстра, просто кто хочет и берет. А мы будем ставить... Я, короче, буду выживать на машине. Сейчас мы, ребята, поставим. Я просто хочу успеть сесть в машину и свалить. Давайте сразу возьмем с пятого... Не, давайте с четвертого левела. Погнали. Кто выживет, тот красавчик. Ой-ой-ой, что-то я думал, будет полегче. Стоп. Отлично. Ого, это всего лишь четвертый левел. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Он что-то ушел, да? А вон он, давайте к смерчу. Кто не сыт, до смерча все. Я за ним. А ну иди сюда, сыкон. Текает между домами. Я там игру взял с мафии. Ой, машину. Ого, он летит. Эй, осторожно, новые колеса. А что у тебя колеса отломалось? Ой, мы тоже что-то не этот, немножечко. Нажмем тормоз. Ух. Вот это колбасит. Нормально, мне нравится, продолжаем. Эй, слышь, щенок, ты... Твою машину именно откидывает по красоте. Блин, люблю Гаррис Мод. Кстати, физика прикольная. Есть. Вот это нормально. Стоп. Ручник делает чудеса, видите? Ничего не может сдвинуть. Ребята, все фигня. Вот давайте реально лучше поставлю. Согласны? Давайте, например, я поставлю огненный смерч. Горите все, ребята. Добра вам. Вот это жесть. Смотрите, Чика полетела в небо. О, на крышу. Ой, а что у меня с колесами? Эй, колеса, ставьте ровно, стойте. Ого, что творится. Мне нравится, мне тоже. У меня, короче, передние колеса как-то странно себя ведут. Ух ты. Давайте камеру подальше, чтобы хотя бы понять, что происходит. А я лечу. Вот это жесть. Приземляемся, ребят. Надеюсь, будет посадка неудачная. Ой, удачная. На колеса встану? Да. В принципе, побелить, покрасить, и машина этот поедет. Да, она еще на ходу. Она еще, кстати, управляет. То, что там колеса криво стоят, она реально управляет. Смотрите. Я могу рулевать. Давайте посмотрим, сколько она еще поедет. Сейчас разгончик. Нет, она не может. Ладно. Летим к пацанам. Пацаны, вы где там? Я удалил смерч. Ого, там машина чья-то в небе. А, это не машина. Это чья-то плита. Так, ребята, я спускаюсь. Ну что, нормально была выживалочка? Давайте дальше. Давайте, например... А что давайте? А давайте, например, небольшое наводнение. Так, транспорт. Сейчас. Возьму такую машину спортивную. Ой. Вот так. Ребята, сейчас будет небольшое цунами. Смотри. Надеюсь, выживу. Надо, наверное, надо было брать лодку, а не машину. Пошла жара. Ой-ой-ой. Надо было доску скачать и серферить. Че, я живой буду? Жизнь не тратится? Я в машине, жизни не тратится. Ой, с музычкой, как говорится, погибать с музычкой. Нифига себе, твою машину расфигачила. А у меня спортивная машинка норм, потому что с этого пака машины не разбиваются. Так, ну чё вы, хлопчики. Сейчас будет немножечко жестче. Так, я сразу сейчас возьму, поставлю машину, а смерч этот поставлю далеко. Так как этот смерч очень большой. Я надеюсь, я уверен, что я просто не успею свалить. Берем мощную машину, например, вот эту вот. Вот эту вот. Пацаны, сейчас будет что-то неимоверное. Так, подальше ставлю, ждите меня там, сейчас я буду. Я поставлю на край карту. Вот, например, вот здесь. Ой-ой-ой-ой, быстрей. До тачки моей новой. Ну чё, садитесь, кто ко мне? Быстрей. О, поехали. Скрайбэйби валим. Вон он. Сюда. Блин, чё она буксует? Ты тяжелая кабака? Я по сравнению с тобой какой-то чили-пиздрик вообще, манюся. Веселимся, прикольно.
Так, сюда едем. Вот мне нравится, как сделали звук двигателя. Просто круто. Наваливаем. Сверх сзади. Че, давайте не будем сыкать, поедем к нему. Что, мы вообще конченые суконы? Эй, запорожец бешеный, за мной. Надымел там тебе дыма. Ты меня не догонишь, смотри. Я с шифтом просто улетейшн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я слышу смерч, пацаны, я реально его слышу. Приближаемся. Сзади бежит аниматроник. Так, а где он? Он что? Вон он сзади. Да что мы разминулись с новой штуковиной? О, поехали. Вот этот поменьше будет телепиздрик. Так, 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 я вон вижу, крутит. А что ты, машина, едешь, как конченая? Так, легче, легче. Вон он. Веселимся. А мы едем, едем в сторону торнадо. Потому что нам это все надо. Рэпер. Вот он. Я вижу. Пацаны, ну что? Это сейчас будет полет. Так, приближаемся. Где ты, кабан? Пацаны, сейчас мы полетим. О, меня уже машину швыряет. Я на шифт на него наваливаю. Эй, машина. А что меня так слабо подкинуло? Он кончился, что ли? Да, да. Туман такой от него. А ну давайте поедем туда посмотрим. Да не может быть, что он кончился. Он что, конченый? Давайте посмотрим. Так, мне нравится так выживать, прикольно. Эй, ты тяжелый, ты мою машину портишь, поехали дальше. Ты весишь 500 кил, а рассчитано на 300. О, еще и невидимый можешь в машине вставать. Так, я сейчас ставлю, ребята. Я сейчас вам поставлю. На! Ого! Ой-ой-ой! Чё-то нифига. Давайте тормоз зажмем. Ну ничего, машина целая, вообще просто сильно телепает. Фигня, мне не нравится. Давайте другое что-то возьмем. Например. Вот это землетрясение! Ух ты! Ой-ой-ой! Эй, моя... Землетрясение, стой! Ты психованная. Ой, я на спауне появился. Так, хорошо. Мы доходим до 9 левела. О, тут только землетрясение. Давайте мы его сейчас активируем. Ребята, сейчас небольшой сделаем эпик. Сейчас. Так. Разных машин оставим. Все, я думаю, столько хватит. И ставим вот это землетрясение. Я взлечу, чтобы у меня камера не тряслась, просто понаблюдаем за результатом. Ух ты! Нормально. О-о-о-о. Пойдет, пойдет. Ого, ничего себе, землетрясение, неужели так действует? Машина как метеорит полетела, четко вообще. Так, ну что, а сейчас будет вообще что-то неимоверное. Ребята, очищу карту на всякий случай. Случаи бывают разные. Так. Я сейчас возьму себе машину. Куча ошибок почему-то выбила. Давайте машину возьмем, которая не разбивается, чтобы я мог в ней находиться. Сейчас я сяду в нее. Че, пацаны, готовы? Тачка прикольная, она для дрифта классно сделана. Так, это было показательное шоу, а теперь выживашка. Это будет жопа. Пацаны, я не знаю. А есть еще? О, есть вообще ж последняя, почему бы и не максималочку? Ух ты! Хо-хо-хо-хо! Вот это звук, мне он нравится. Погнала, погнала. Нереально ты убась. Стой, стой, стой. Стой, психичка, стой, стой. Классный сам эпин. Да, сам пуск, это такой какой-то мегавзрыв. Давайте еще раз покажу. Ух ты. Стой. Стой, 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 стой. Ой-ой-ой. Ну а теперь, ребята, как всегда, цунами. Цунами будет идти оттуда, валим. Сзади, сзади, цунами. Ой-ой-ой. Ничего не понятно, но очень интересно.
Я в машине, что в салоне проникает вода. Я буду от первого лица. Ночной режим. Ничего не... О! Я живой! Только ничего не могу... А! В машине жопа. Неужели так бывает? А я живой. Короче, машина это часть дома стала, да? А, нет. Вы готовы? Сейчас будет самое эпическое. И концовочка. Ребята, только для вас. Мега-торнадо огненное. Все написали, сделай место взрыва огненное торнадо. Так что, ребята, что просите, то делаем. Мне кажется, это очень хорошая идея. Нет, что-то просрало. Видно, еще от цунами отсырела земля. Давайте поближе. Ой, я думал, я чуть проживу, чуть-чуть. Летим, сразу летаем. Ой, горит, горит жипа. Ух ты, вот это что такое. Это взрыв, который просто ходит по карте и все лупашит вокруг. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Ты сейчас...